Меня зовут Никита, я руководитель по операционной эффективности в компании Marine Health. Мой опыт довольно богат к этому времени. Я учился в МГТУ имени Баумана в Москве, затем учился в Эколь Сентраль де Лион, это высшая техническая школа города Лион во Франции по специальности организация производства. И сейчас, собственно, дописываю диссертацию по бережливому производству. Если говорить про мой профессиональный опыт, то работал в основном в западных компаниях. Это немецкая компания Bosch, это компания французская Saint-Gobain и компания Tetra Pak. Попал я в компанию буквально месяц назад. В принципе, мои ожидания от компании оправдались. Для меня вызовом было именно то, что это еще небольшая компания, да, в которой еще не все процессы полностью выстроены. Здесь есть возможность эти процессы выстраивать с нуля. В компании Marine Health, как и в любой другой компании, есть потери. С точки зрения бережливого производства есть три вида потерь. Это Муда, Мури и Мура. И моя задача — это вовлекать как можно больше людей в устранение данных потерь для того, чтобы мы максимизировали ценность для наших клиентов. Сейчас, в самое ближайшее время, необходимо оценить текущую ситуацию в компании, закончить анализ, чтобы понять, где мы находимся сейчас. Дальше собраться вместе с командой и понять будущую ситуацию, куда мы хотим прийти. И дальше планомерно, систематически закрывать те пробелы, которые мы выявим. Те пробелы в бизнес-процессах, да, которые у нас сейчас есть, потому что многие процессы работают нестабильно, и моей главной задачей будет повысить надежность этих бизнес-процессов.